Мы каждый день утром заходим, смотрим, но нет, к сожалению, пока города Барнаула на этой интерактивной карте. Очень надеюсь, что 5 тысяч для нас, 700 тысяч населения только города Барнаула, плюс жители Алтайского края, все-таки мы наберем эту цифру и появимся на интерактивной карте. Потому что Иван Иванович Ползунов – это выдающийся изобретатель, и не только в городе Барнауле его знают, а по всему миру знают, и улицы называются в его честь. Поэтому, в общем-то, мы поддерживаем эту идею, призываем всех голосовать.